Нет. Окей, со стендапами тогда история. Я понимаю, что нет планирования, угу. нет какой-то организационной структуры, да, нет понимания того, как гастроли нет, это все, расписать я думаю, вперед. Что или, это... или причина в том, что просто как бы нет, не, нет, неохота. Причина, я думаю, что я быстро найду людей, которые смогут организовать. Здесь собственное желание. То есть я не хочу ездить, лишь бы поездить и заработать денег. То есть у меня должно быть желание жуткое и... программа должна быть, которая там накапливается. И хотя бы, ладно, не программа, но хотя бы события. То есть вот какой-то багаж событий, которые можно сесть и расписать. Сейчас этих событий действительно много, но не так много, чтобы там целая программа была. То есть это не потому, что там не прет внутри, да? Потому что просто пока еще... А я же опять же да, дома да, сижу. Да. И да. До этого у меня вот. Были события. Я съездил в Америку вот на 3 месяца. Мы снимали шоу. Там просто... Бэт-трип? Да, у нас было шоу, не провалившееся, оно не вышло с Сашей Грей. Там истории огромное количество было. И все вот это вот, оно и вылилось в стендап. Сейчас истории гораздо меньше. Я хочу немножко назад вернуться к разговору о том, что вы сидите дома, особо никуда не ходите. Да. Вообще, как вы живете? Не знаю, на чем вы ездите? Что вам интересно как бы вот внутри того пространства, в котором вы постоянно находитесь? Вот, какой вы, да, вот, кушаю, смотрю что-нибудь на YouTube, сажусь работать. Периодически, прерываясь, я могу там 15 минут... ну, надо, там схема такая, там надо работать... час, отдохнуть минут 15. Понятное дело, что перед тем, как начинается прям вот суровая работа, перед обзором немножко, ну, да, расхлябана, да, да. А потом вот по этому графику. То есть там сначала 5 минут, потом 15. Я забыл, как это называется, система. Помидора, по-моему, она называется. Там немножко по-другому такой, надо, но я... Такой тайм-менеджмент. Да, в общем, специальный. По ней стараюсь жить и... В целом, вечером награда за все это — просмотр фильма. Ну, дома. Каждый день? Да. Вот. Ну, это потому что, опять же, я люблю кино и до сих пор, и смотрю с удовольствием. Правда, там, по большей части, триллеры, ужастики. То есть вы смотрите кино каждый день? Ну, стараюсь. Но когда обзор уже вот подходит, там никакого кино, ничего вообще нет. Только вот делать, пока я не выложу. Потом вот, когда более-менее расхлябанная жизнь... я имею в виду, это спокойно я встаю, там, монтирую еще что-то и могу вечером посмотреть фильм, это вот до обзора какое-то время я могу каждый день посмотреть кино. Окей. Okay. Вы водите сами, да? Да. Что водите? Volkswagen. Volkswagen. Ну, это демократично. Он старый. Да. Поэтому все нормально. 2013 года.